строительная отрасль выдержала экзамен, так, что называется, на прочность. И в течение вот этого санкционного года многие проблемы, которые возникли в моменте, в марте, там, феврале прошлого года, были решены. Да, действительно, часть крупных компаний сегодня покинула российский рынок, но в целом локализация производства основных материалов строительных, которые используются, составляет, по мнению коллег из Минпромторга, порядка 96%. Также за этот период налажен параллельный импорт. Это у нас и Китай, это у нас Иран и страны СНГ. То есть в целом отрасль сумела адаптироваться и найти решения, которые позволили в конечном счете вернуть стабильность в эту отрасль, не допустить дефицита строительных материалов и в целом продолжать вести те работы, которые были намечены в соответствии с установленным графиком.